что ты посылал нам, за все, что открыл ты нам на нашем пути, за то, что не раз ты с колен поднимал нас, за силу твоей безграничной любви. Спасибо за каждого, кто с нами рядом, за то, что друг другу мы можем служить. Спасибо за то, что ты дал нам награду спасением стать и для мира светить. Мы церковь твоя, мы невеста Христова, мы дети твои, мы наследие твое. Ты нас созидаешь, призвал ко спасению, мы славим тебя, восхваляя за все. Церкви, еще души будут прикладываться к спасенным, еще, как мы пропели, что мы церковь, мы будем видеть новых членов, молиться за них, благословлять. Давайте мы обратимся к Господу и попросим благословения на все это служение. Пусть Господь нас благословит. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал сегодня нам видеть друг друга. Помоги нам увидеть Тебя, помоги нам, Господи, открыть глаза, сердце и увидеть, Господь, Твое присутствие и Твою славу, Господь, сегодня. Мы нуждаемся, Господи Боже, чтобы Ты пришел к нам, чтобы мы встретились с Тобою. Мы нуждаемся особенно в этот день, когда, Господи, будут люди говорить перед Тобою слова, обещания, то это я прошу Тебя, услышь и дай, Господи, чтобы эти слова... Они были утверждены на небе, и чтобы они их сохранили их до конца. Благослови, Господь. Я прошу Тебя, да будет Твоя, Господь, охрана, защита и устройство сегодня в этом собрании. Благослови всех тех, кто пришел. Благослови и дай, Господи, Твое, Господь, утешение, Твой мир, Твою радость, Твое присутствие. Благослови нас сегодня, и мы просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пойте громче, пусть услышит вся земля.
земля. Слава Богу, слава, аллилуйя, слава Богу, слава, аллилуйя. Пойте громче, пусть услышит вся земля. Бог пришел в наши жизни, благодать нам излил. Церковь нашу родную щедро благословил. И держать за Иисуса мы по жизни идем. Все мы, братья и сестры, за Иисусом пойдем. Пойте слава Богу, слава, аллилуйя, слава Богу, слава, аллилуйя. Пойте громче, пусть услышит вся земля, слава Богу, слава, аллилуйя, слава Богу, слава, аллилуйя. Пойте громче, пусть услышит вся земля. Пойте слава Богу, слава, аллилуйя, слава Богу, слава, аллилуйя. Пойте громче, пусть услышит вся земля, слава Богу, слава, аллилуйя, слава Богу, слава, аллилуйя. Пойте громче, пусть услышит вся земля. Дорогие братья и сестры, гости, все присутствующие, слава Иисусу Христу за Его огромную милость. Сегодня мы имеем не просто служение, сегодня у нас праздник. Сегодня новые души, они вливаются в семью под названием церковь. Сегодня они станут членами церкви. Сегодня они будут стоять перед Господом, будут стоять в этой воде и будут обещать Богу служение доброй совестью. И, конечно, когда мы участвуем в таких служениях, когда для нас это, знаете, мы, может быть, ожидаем целый год, у нас не так это часто, у нас раз в год это бывает. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы это было часто, но, тем не менее, мы с ожиданием, мы с каким-то, может быть, даже с волнением, с каким-то трепетом, мы не только крещаемые, но и вся церковь, мы ожидаем этого дня, когда будет совершаться вот это вот такое священнодействие. И мы как-то готовимся, мы подготавливаем дом молитвы, мы подготавливаем территорию, мы, может быть, что-то затрачиваем, какие-то, знаете, время, какие-то средства затрачиваем на то, чтобы это служение совершить. Но вместе с тем, братья и сестры, мы должны понимать, что это плоды работы святого Бога. Это плоды, вот те люди, которые будут заключать завет с Богом, это плоды работы самого Бога. Конечно же, мы представляем свои тела, мы представляем свои души для того, чтобы совершать какое-то дело, и Господь через нас, и Духом Святым, Он работает, трудится в сердцах этих людей. Но мы должны понимать, Господи, это Твои плоды. Господь Иисус, это Ты потрудился в их сердцах, это Ты потрудился в их душах. Словом Своим, Духом Своим Святым, это кровь Твоя святая. Она совершила вот это действие, когда человек говорит: «Я хочу заключить с Богом завет». Я прочитаю одно событие, которое было в жизни одного из служителей Божьих, который представил себя на дело служения и через которого Бог одного человека привлек к себе, привлек в свой святой мир. Я буду читать из Деяний святых апостолов, 8 глава,
с 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Вот мы видим такую ситуацию. Для нас она, я прочитал и, может быть, затратил, ну, может быть, 2-3 минуты. Но для них это было, может быть, несколько часов, когда на самом деле происходило, когда Филипп, он, услышав голос Божий, он повиновался Богу и пошел на эту дорогу, которая пуста. Знаете, для того, чтобы на самом деле мы очень хотим видеть какие-то плоды, и для того, чтобы эти плоды, они были в нашей жизни, чтобы эти плоды были в нашей церкви, братья и сестры, Богу надо человек. Богу надо люди, которые будут представлять себя в жертву, которые будут послушны Богу, которые будут на самом деле прислушиваться к голосу Божьему. Не важно, что эта дорога пуста. Не важно, что, может быть, по этой дороге никто не ходит. Не важно, что эта дорога, она может быть опасная, может быть, эта дорога для разбойников, ее обходят стороною, но Бог повелел Филиппу: иди на эту дорогу. Мне надо, чтобы ты был на этой дороге. И Филипп, послушав голос Божий, он увидел человека. Увидел человека, который ехал в этой колеснице, увидел евнуха, эфиоплянина. Мы понимаем, что это значит, это темнокожий. Мы понимаем, что это он никак не принадлежит роду Израилеву. Для них, наверное, это в тот момент это было важно. Но он пристал, он увидел, что этот человек, и здесь указано, этот эфиоплянин, он откуда-то узнал о Боге Израилевом. Он ехал с поклонения, он был в Иерусалиме на поклонении. И он ехал оттуда, он ехал и читал книгу пророка Исаии. Ничего не понимая, он ее читал, и Филипп начинает с ним разговор: «Ты понимаешь, что там написано?» «Где же я понимаю? Я просто читаю». И знаете, и это тоже очень важно. Иногда люди говорят: «Я не читаю Писание, потому что я не понимаю ничего». Но великий всемогущий Бог, Он видит человека, который читает Писание,
который читает Библию, который хочет что-то там познать, хочет что-то узнать, он видит этого человека. Братья и сестры, нам на самом деле нам нужно так понять это. Если человек открывает Писание, и он что-то хочет там прочитать, и он не раз это делает, или не два, он ищет, ему там нужно что-то узнать, что же там написано, и Бог дает оценку. Этот человек должен познакомиться со мною. И поэтому был послан Филипп. И говорит, где ж я пойму, мне надо человек, который разъяснил. Братья и сестры, это очень важно. Я могу быть тем человеком, который может разъяснить, через которого Дух Святой может сказать человеку о Христе, о великом и святом Боге. И знаете, вот они едут, ему изъясняет этот Филипп, изъясняет, и он говорит ему о Ветхом Завете, он ему все это, эти писания все говорит, он говорит, и в конце концов у этого евнуха желание. Рождается желание, вот вода, что препятствует мне креститься. Братья и сестры, мы читаем это место. Здесь вообще Филипп что-нибудь сказал евнуху о крещении? Он ему что-нибудь сказал о водном крещении? Он ему изъяснял Писание? Братья и сестры, он делал свое дело, а Дух Святой делал свое дело. И у человека родилось желание, я хочу заключить с Богом завет. И я хочу войти в эти воды крещения. Вошел, заключил с Богом завет. И Господь Иисус, Он незамедлительно написано, когда вышел, и Дух Святой сошел на этого человека. Братья и сестры, нам надо понимать, что иногда, может быть, это не вкладывается в наши умы, может быть, не вкладывается в это в наше понимание, может быть, не вкладывается даже в наше какое-то богословие. Мы иногда думаем, вот этот человек, с которым я общаюсь, вот он точно близко к Богу, а тот человек, нет, он далеко. Бог его точно не касается, но мы не знаем. И для этого Бог, Он, знаете, Он посылает таких Филиппов. И когда мы видим, когда мы сегодня будем смотреть, когда молодые люди и не очень молодые будут входить в эти воды крещения, когда они будут заключать с Богом завет, пусть в нас родится желание. Господи, я хочу быть Твоими ногами, руками, устами, чтобы Ты через меня давал труд. Чтобы Ты через меня трудился с сердцами людей, с их умами. Чтобы Слово Твое, оно обильно вселялось. Чтобы Дух Твой Святой обильно вселялся в их сердца. Чтобы у них проявлялось такое желание, я хочу жить с Богом. Я хочу заключить с Ним завет. Я хочу жить с Ним бок о бок. И когда этот евнух сел в свою колесницу, он поехал своим путем, но написано «радуясь». Он радовался. В нем была огромная радость. Теперь я с Богом буду жить. Я буду жить по-другому. Я не буду жить так, как раньше. Я буду жить с Богом. Я посвящаю свою жизнь Ему. Я посвящаю свое сердце Ему. Вспоминая такие моменты, вспоминая такие события, знаете, нам нужно всем такие брать уроки. Это не только для тех, которые будут принимать крещение, но это также и для нас. Господи, я хочу трудиться для славы Твоей. Я хочу трудиться для того, чтобы люди знакомились с Тобою. Для того, чтобы люди, они становились членами церкви. Для того, чтобы они становились, знаете, одними из тех, как у Петра написано, вы царственное священство. Вы народ избранный. Вы народ, взятый в удел. Дорогие братья и сестры, давайте мы помолимся. Склонимся на наши колени.
попросим благословения на это служение. Поблагодарим нашего Господа, что Он трудится в сердцах людей. Попросим, чтобы Он давал нам желание быть людьми трудящимися, представлять себя в жертву живую и святую, угодную Богу. Давайте мы преклонимся, будем взывать нашему Богу. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, Боже наш, благодарим Тебя за Твою великую милость и любовь, которую Ты являешь своему народу, Господь, которую Ты являешь, Господи, всем людям, Господи, и блажен человек, который отзывается на Твой голос, на Твой призыв. Аллилуйя, слава Тебе, Господь! И мы просим у Тебя, Господи, Боже Великий Святый, прими хвалу и поклонение, потому что Ты достоин славы. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что можем совершать это служение, Господь. Что мы можем совершать это священнодействие, Господь. Что мы можем, Господь, мой великий Боже, Господи Иисус, преподавать, Господь, людям водное крещение, что, Господи, мой великий Божий, люди могут заключать завет с Тобою. Слава Тебе, Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Отец наш Небесный, мы просим, благослови нас. Благослови нас, Господи, и погодой. Благослови нас, Господи, мой великий Боже, Твоей охраной, защитой. Мы молим и просим Тебя, Господи, Боже великий святой. Помоги нам, Господи, мой великий Боже, совершая это служение, славить Тебя, воздавать Тебе хвалу и славу, потому что Ты достоин славы. Господи, это плоды Твоего труда, Господь. Аллилуйя. Мы просим Тебя, мы молим Тебя, взываем к Тебе, наш Отец Небесный. Также, Господи Боже, видя, Господь, мой великий Иисус, на это действие, на это служение, помоги, Господи, Твоему народу, Господи, положить себе в сердце, я хочу трудиться, аллилуйя. Я хочу что-то делать, чтобы через меня Господь совершал работу Твою в сердцах людей, аллилуйя, Господь. Боже, мы молим Тебя, мы просим Тебя, наш Отец Небесный, помоги нам положить это в сердце. Господи Боже, помоги нам, Господи, быть теми людьми, кто будет трудиться на ниве Твоей. Аллилуйя! Мы благодарны Тебе. Господи, мы благодарим Тебя, Господь мой великий Боже, за эти души, которые, Господи, отозвались, Господи, на Твой голос, на Твой призыв и положили в сердце своем заключить завет с Тобою, Господь. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Боже великий, святый. Мы также просим Тебя, Господи, пусть Дух Святой, Господи, сходит на них, Господь. Боже, также крести их Святым Духом, Господь, Боже великий святой, аллилуйя. Пусть они будут преданы, Господи, вполне имени Твоему святому и трудятся для Тебя. Благослови, Господь, нас, помоги нам совершить это служение. За все мы Тебя благодарим и славим. Святого великого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
посылаешь, и за любовь, которой окружаешь, за утешение в скорбях земных. Господь, прими хвалу из уст моих. За сон, за луч, что в мире тьмы сияет, за путь тернистый, что к тебе влечет. Хвалу тебе моя душа поет. За все Господь везде цветает. Я славу Тебе с радостью воздам. Святый, святый, святый Бог Отец, благодарю. Господь, мы благодарим Тебя.
Мы славим Тебя, что Ты, Господь, к нам пришел, Господь. Отдал, Господь, жизнь за нас свою, Господь, слава Тебе. Мы превозносим имя Твое, Господь, что Ты возлюбил нас, Господь, и ведешь до этого времени, Господь, слава Тебе, великий Бог. Мы превозносим Твое святое имя, Господь. Дай нам, Господи, сейчас, Господи, вникнуть, Господь, как Ты дорог для нас, Господь. Дай нам, Господи, сейчас больше и больше, Господь, вникать в Твоя, Господь. Дай нам, Господи, быть под Твоим помазанием, Господь, чтоб Дух Святой касался, Господь, каждого сердца, Господь. Благослови, Господь, наполни каждое сердце сейчас в этом служении, чтобы горело, Господь, для Тебя, Господь. Чтобы было наполнено Духом Твоим, Господь. Село, Господь, каждое сердце, Господь, с радостью о Тебе, Господь. Что Ты, Бог, живой, Господь, в наших сердцах, Господь. Слава Тебе, великий Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, делаешь, Господь. Благослови, Господь, это служение, Господь. Благослови каждого, Господь, кто на этом месте. Господа, Ты невеста у Христа, Церковь Господа, слушай голос жениха. Он Тебя избрал, полюбил и оправдал, славою и честью увенчал. Его любовь будет вместе с ним на небесах. Oh, yeah.
Господь и Держитель, Твое имя превыше всех имен, и Ты один достоин славы и хвалы. Мы возвеличиваем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, что открылось Слово Твое в нашей жизни и в наших сердцах. Господь наш Божий, пусть в нашем сердце будет искренняя любовь к Тебе во все дни жизни нашей, Господь Иисус. Пусть имя Твое открывается для тех, кто только-только приходит к Тебе, только-только обращается к Тебе, Господь мой Божий. Помоги, Боже, быть верным Тебе, Иисус, славить Твое святое имя, жизни своими, своими устами, Господь мой Божий, проповедовать и благодарить Тебя, Господь наш Искупитель. Ты достоин хвалы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты послал Своего Сына Единородного, который был умилостивлением за грехи наши. Он заплатил Своей жизнью. Господь отдал Себя за нас, за наши грехи. Он был распят и унижен. Благодарим Тебя, Иисус, но в третий день воскрес для нашего оправдания. Господь, это есть благовествование для этого мира. Боже, дай нам всей сердцем верую принимать то, что Ты дал этот подарок за наши грехи. Мы славим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за надежду вечной жизни и за спасение, дарованное Тобою. Отец наш, да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Аминь.
Приветствую вас, братья и сестры. Меня попросили рассказать небольшое свидетельство. Вообще я вырос в верующей семье, но вообще я так задумывался, что говорить. Но я считаю, что вне зависимости, какой человек в семье родился, даже если в это верующий, у него все равно есть определенный путь, когда он приходит к Богу, когда он начинает с ним иметь близкие отношения, когда он кается и осознает по-настоящему, что вообще такое церковь, что такое христианство. И просто те, кто люди родились в верующей семье, я считаю, что они имеют привилегию, потому что они с маленького возраста они уже могут слышать о Боге, они могут петь песни, прославлять Ему, поклоняться, читать Библию. И все это закладывается с детства. Если с детства тебя учили, тебя наставляли, то ты можешь покаяться намного раньше, я считаю. Это уже будет не 50 лет, это ты можешь уже в 12 лет покаяться и принять Бога в свою жизнь. Вообще у меня в жизни никаких не было каких-то грандиозных свидетельств, каких-то больших проблем, трудностей. Моя жизнь прошла она очень легко. И я ходил в воскресную школу, ездил на олимпиады по Библии, но близких отношений с Богом у меня никогда не было. Мама с детства научила меня, что нужно молиться, читать Библию, но я считаю, что именно это повлияло на мой дальнейший выбор, когда я выбирал, как мне жить. И я считаю, она сеяла, а воскресная школа она поливала. Но все те ситуации, которые были у меня, Бог давал, которые они укрепляли меня. И когда еще я был у мамы в животе, уже был большой срок, она ехала на велосипеде, и она очень сильно упала на асфальт и ударилась животом. И она очень сильно переживала до родов, потому что я мог родиться инвалидом, я мог родиться каким-то больным, отклоненным, но она молилась, и я могу сказать слава Богу, потому что я полностью здоровый человек. И я ходил в школу, как бы, и у меня были такие частые ситуации, когда у меня был выбор, как мне поступить. Как мне, что мне сделать, промолчать мне или рассказать людям о Боге. И была такая ситуация у нас, когда к нам приехала учительница заменять историю, и тема у нас была религия. Вот и она рассказывает, что есть направление христианства, это православие, католицизм и тишина. Я такой сижу, думаю, ну, наверное, еще вы хотите что-то добавить? Молчит. Я такой, а почему вы не называете протестантизм? Она такая, молчит. Я открываю телефон, набираю статистику направлений и показываю. Смотрите, одноклассники, протестантизм – одно из больших направлений христианства. Я говорю, а почему вы не рассказываете это детям? Ведь, получается, вы не всю информацию доносите, и это неправильно. Она сразу замолчала так, постояла минутку и пошла там дальше рассказывать. И было таких много ситуаций. Например, у нас было обобщение по обществознанию, и учитель, он каждому давал параграф, чтобы ответить. И кому-то там образование, и мне говорит, Матвей, ты идешь отвечать на религию. Я спрашиваю, почему я религия? Он говорит, потому что ты больше в этом разбираешься. Ну, мне дали повторить, и я, наверное, был вторым человеком, который отвечал, и в итоге так получилось, что, наверное, минут все 30 рассказывал один я. То есть все молчали, я никому не дал слова, не дал никому ответить другие параграфы, и все рассказывал я. И у меня получился диалог со всем классом, я учителю много рассказывал. Он говорит, что он верит в Бога, но в то же время он ставит под сомнение актуальность Библии, вообще актуальность Иисуса Христа, и вот это все он как бы и верит, но и не верит. И я ему давай там на полчаса, как говорится, рассказывать о Боге. И у меня получился там диалог со всем классом, начали мне вопросы задавать. И потом учитель подходит ко мне на перемене и говорит, Матвей, молодец, обычно многие плавают, а ты тут доказываешь, уверенно говоришь, и говорит, ты будешь хорошим священником. Мне, конечно, было приятно, но я знаю, что Бог, Он допускает такие ситуации, чтобы проверить, что я буду делать, как я буду реагировать, буду я молчать или я буду рассказывать людям об Иисусе Христе. И все эти ситуации, они показывали одноклассникам, какой я есть на самом деле. И был даже момент, когда ко мне подходят одноклассницы и спрашивают вообще про крещение. Что это такое? Почему у них крестят в детстве? А как раз в воскресенье была проповедь пастора про крещение. И я слушал внимательно, мне было интересно. Я вспоминаю все, что он говорил. И я давай им на минут 15 рассказывать, почему мы принимаем крещение в сознательном возрасте, суть вообще крещения. И все это видя, они неоднократно ко мне и продолжают подходить, задают какие-то вопросы. И я считаю, что это просто то, что я показывал, и я думаю, что это на них по-любому влияет. И
понимаешь, что Бог, Он реально день устраивает, потому что и проповедь совпала, была полезна для каждого, и еще одноклассницы подходят и спрашивают, ну как бы, с чего вы вдруг такое спрашиваете, ну, то есть как бы очень интересно. И даже одна там из них ходила на ИБДН, но из-за того, что многие у меня подростки, родители, как говорится, против, чтобы они ходили, поэтому сложно объяснить и родителям, и вообще, чтобы подростки, они ходили на такое мероприятие, потому что многие считают, что там, как говорится, секта. И в октябре я поехал на конференцию по евангелизации, меня позвали. И после этой конференции я начал приближаться к Богу, я начал смотреть на все вещи по-другому, и мое мировоззрение, мои ценности, они начали меняться. Я понял, что мне хочется читать Библию, что мне хочется молиться, хотя я не особо до этого горел желанием. И у меня начался духовный рост. Я захотел служить Ему, я начал служение нести, я захотел посвятить Ему свою жизнь. Мне захотелось принять крещение. Конечно, я долго думал с прошлого года, принимать мне или нет. У меня были сомнения, но я пришел к тому моменту, что мне это нужно. И что если я буду говорить, что я не готов, что я не уверен, что мне нужно подождать, то так может дойти и до 50 лет. Я могу вообще не принять, потому что мы не знаем, что меня ждет завтра, что меня ждет через неделю. И когда я евангелизирую, меня часто посещают какие-то мысли. Вот жалко, что у меня нет каких-то свидетельств. Жалко, что у меня нет там, что там, допустим, я там курил, там пил и пришел к Богу, чтобы рассказать, показать пример молодежи, показать им про, то, из чего, как говорится, я выбрался. Но со временем я начал понимать и говорить «Слава Богу». Слава Богу, что у меня нет таких ситуаций, что я пришел к Богу намного легче, чем какие-либо другие братья и сестры, которые там пили, курили, которые попадали в аварию, и через это они только приходили к Богу. Потому что я считаю, что если нас давят обстоятельства, и мы ищем выход, то неизвестно, что будет потом. А когда на меня практически ничего не давило, когда я пришел осознанно, сам принял это решение, я считаю, это намного лучше. И поэтому я желаю каждому, чтобы в нашей жизни было больше благословений, чем трудностей. И хочется во славу Бога прочитать стихотворение. «Иди за Богом, вперед иди, пускай не видно порой дороги, пусть ветры лютые впереди, пускай идти не хотят уж ноги, и не смотри ты по сторонам. Вокруг все движется по Писанию, болезни, беды бушуют там. Ты на Христа лишь направь внимание». Людей так много в страданиях есть, но без надежды они страдают. А ты хоть временный житель здесь, идешь за Богом к воротам рая. Иди за Богом, вперед иди, а Он в пути тебя не оставит. И больше даст Он тебе в пути, чем можешь даже себе представить. Но только верность Ему храни в любое время, на каждом месте, пусть не проходят напрасно дни. Будь в чистоте, как Его невеста. Да, тяжело на пути Христа, но нас не бьют и не распинают. В постели мягкой Христос не спал, как мы, уставшие, отдыхаем. Да, от болезни мы терпим боль, но Он терпел за нас намного больше. Чтобы исцелить одних нас с тобой, Он дал, чтобы в руки вбивали гвозди. Господь, мы люди земные есть, живем во плоти, пока что тленной. Ты был в такой же когда-то здесь великий Бог и Творец Вселенной. Ты принимаешь таких, как есть, ты понимаешь всю нашу слабость, и твоих милостей нам не счесть. Ты посылаешь нам в сердце радость. Наполни силой своей, Господь, всех, кто устал, изнемог в дороге, ты исцели ту земную плоть, чтобы прославилось имя Бога. Иди за Богом, вперед иди, пускай не видно порой дороги, но вечность с Господом впереди, а эта вечность дана немногим. Слава Богу!
церковь влиться, потому что сегодня как раз такой день, когда новые люди, они будут вливаться в церковь, будут принимать крещение. И крещение, оно как раз и подразумевает законченное, скажем, покаяние. Пока нет покаяния, пока нет крещения, то и нет и покаяния законченного, скажем так, обращения к Богу. Потому что сам Господь Иисус Христос сказал, наш Господь сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в спасении, надо покаяться, написано «покайтесь», в день Пятидесятницы сказал апостол Петр, «и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Поэтому крещение, оно подразумевает, что человек, он вот, становится спасенным, становится членом церкви, он вливается в церковь, он становится одним из членов того большого организма, который называется вот церковь. Я хочу сегодня поговорить об одном качестве, которое нам, верующим людям, которые будут принимать крещение и которые сегодня уже члены церкви, верующие, я хочу сегодня поговорить о том, что нам очень нужно, чтобы быть членом церкви. Очень необходимое качество, без которого невозможно быть верующим человеком, которое надо воспитывать, которое от чего-то надо отказываться. И сегодня перед нами мы будем исполнять две заповеди. Первая заповедь – это крещение, это завет с Господом. И вторая – это заповедь, это вечеря Господня, которую мы будем совершать, показывая, что мы принадлежим телу, мы принадлежим одной церкви, мы принадлежим, скажем, как хлеб, он состоит из разных кусочков, но он один, точно так же мы тоже будем показывать из того, что мы одно тело во Христе. Поэтому хочу напомнить одно такое, я могу даже сказать, чудо. Я думаю, что когда я буду говорить об этом, то многие могут сказать, что ну, не совсем-то и чудо, но для меня это чудо Божьей милости и Божьей благодати. И хочу прочитать одну такую историю из Евангелия от Иоанна. Давайте мы обратимся к Слову Господню. Евангелие Иоанна, 13 глава. Читаем с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою,
то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Учитель, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Хочу сегодня, братья и сестры, вот поговорить о этом эпизоде, о этой истории. Такая вот, я не говорю в буквальном смысле омывать ноги. Но я хотел бы сегодня, знаете, вот немножко поговорить о нашей вот ситуации, о нашем положении в церкви. Такая ситуация сложилась, как если мы знаем обстоятельства, которые здесь были. Иисус Христос шел в Иерусалим. Это была последняя вот Пасха. На Пасху заколали Агнца, на Пасху приготовили ему вот эту вечерю, он там сидел. И вот буквально через несколько дней его должны были убить, он должен был быть распят на кресте, он знает это все, и он написано, он знает, что все уже ему предано, уже он полностью совершил все, что нужно, и остался только последний главный момент. Все ему отдано, ему Отец подчинил все, так написано здесь. И вот, зная, что ему все верено, что он такой уже, скажем, ну, совершивший все, исполнивший волю Отца, прошел путь, показал людям все необходимое, и вот он, написано в этот последний момент, а люди вместе с ним идут, и идут ученики его, и вот, наверное, буквально короткое время назад, здесь написано, вот в предыдущей главе, если вы обратите внимание, в предыдущей главе был торжественный въезд, мы говорим, Иисуса Христа в Иерусалим. И вот в этот въезд ученики решали один очень важный вопрос для них. Кто больше? Братья и сестры, я думаю, сегодня для каждого из нас тоже очень важный вопрос. Я хочу поговорить о самолюбии. Хочу обратить внимание наше на такой грех, который очень страшный, который противоречит Божьему Слову. Потому что когда пришли к Иисусу Христу спросить, какая заповедь больше, то Он сказал: «Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всею крепостью, и вторая подобная ей – ближнего своего, как самого себя». Знаете, вот мы живем такое время, я потом прочитаю, мы живем такое время, когда люди больше Бога, больше ближнего любят, знаете кого? Себя. Эта язва, она очень хорошо проникает в сердце, она проникает в человека, и человек не Бога любит, не ближнего любит, а он любит самого себя. И не надо думать, что мы, братья и сестры, свободны от такого греха, и он нам не присущ. Надо просто разобраться внутри себя, проверить себя, вникнуть, и пусть Дух Святой обличит. И вот это самая лучшая работа Духа Святого – показать, где нам надо с этим бороться. И когда мы не поймем и запустим этот грех в нашем сердце, и когда, вот знаете, приходит такая ситуация, идут ученики, они идут в Иерусалим, их встречают с пальмовыми ветвями, постилают одежды, поклоняются, и знаете, они идут. И знаете, вот есть такая притча, может быть, слышали, этот осел, на котором ехал Иисус Христос, приходит домой, и говорит: ты знаешь, там ближним своим,
другу своему, там, который стоит, сто или такой же осел, говорит, ты знаешь, передо мной сегодня так поклонялись люди. И ветки постилали. На следующие, через несколько дней он ехал опять, и никто не поклонялся. И ему сказал, наверное, ближний, слушай, так, наверное, это не тебе поклонялись, а тому, кто ехал на тебе. Знаете, мы иногда думаем, что вот, когда в нашей жизни что-то получается, и у нас все хорошо, и мы, бывает, что-то достигаем, то мы думаем, что это наши заслуги. И когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, то ученики готовились и решали проблему, кто сядет с правой стороны и кто сядет с левой стороны от того, когда Христос сядет на троне. И подошла даже мама учеников, хороших учеников, и она сказала, что вот когда ты сядешь на троне, то дай одному из моих сыновей сесть по правую, а второму по левую. Очень важный вопрос, братья и сестры. Мы сегодня это тоже решаем, и не надо себя обманывать, что это нас не касается. Я хочу немного поговорить о самолюбии, которое очень сильно бывает въедается в наше сердце, и мы хотим, чтобы для нас что-то тут делалось, что мы хотим, чтобы для нас что-то там совершалось, мы хотим, но сами так не хотим поступать. И ученики пришли, надо совершать вечерю, они вот приехали, скажем, приехал Иисус, и здесь надо кому-то послужить. Ноги грязные. Вечерю надо сделать, надо лежать, я как-то говорил, это надо лежать, а ноги где-то рядом чьи-то, возле головы. Не особо нравится, надо мыть ноги. И люди, наверное, думают, а Христос взял только самых ближних людей, своих учеников взял, и Он смотрит, наверное, на своих учеников, а они решают, так кто самый маленький? Кто же будет ноги мыть? Кто будет ноги мыть? Не взяли раба, не взяли слуги, не взяли какого-то, может быть, самого маленького мальчика. Кто будет ноги мыть? Знаете, братья и сестры, мы хотим, вот когда приходим в церковь, мы хотим, чтобы все вокруг нас крутилось. Вот чтобы нам тут, знаете, так и уважение было, и почет, и чтобы мы хотим себя поставить выше, но мы не хотим стать ниже. Одна из проблем сегодняшнего общества, в котором мы живем, и это нас, братья и сестры, касается, мы живем в обществе удовольствий. Весь мир, который вокруг нас сегодня, он, к сожалению, пришел к тому, что сегодня мы уже больше не работаем за то, чтобы есть и одеться. Согласны, правда? Сегодня уже достаточно в нашем, допустим, скажем так, в нашем государстве, вокруг нас, мы не видим людей, которые работают просто за еду. Если мы сегодня работаем, то за какую-то хорошую уже еду. И нас остается еще, если не просто за одежду, то за хорошую одежду. И мы выбираем, какая одежда. И если мы сегодня работаем, то мы работаем не просто, чтобы на машине ездить, а на хорошей машине ездить. Что, не так? И мы выбираем сегодня, и мы живем в такое общество, в таком обществе, скажем, сегодня наше общество, в котором мы живем, это общество, которое, скажем, удовольствие, какие-то, очень много сегодня людей, которые стараются, ну, погружаются, мы сегодня даже не слышали раньше какие-то там, допустим, наркотики, какие-то там еще всякие средства, которые люди хотят что-то употреблять, какие-то люди становятся зависимы от игры, в зависимости от компьютерной игры, от каких-то игр, люди стараются жить и погрязают в удовольствиях.
И когда приходит такой человек в церковь, у него мышление такое, что ему здесь надо, чтобы ему устроили все хорошо, чтобы ему тут и ноги помыли, и руки, и голову. Знаете, приходит человек, и вот как здесь написано, знаете, так, пошел Иисус, взял некому, все большие. Знаете, они шли и хотели стать министрами. Уже поделили портфели, кто где будет сидеть, кто ближе, кто дальше. Некому ноги мыть. Но, братья и сестры, это не церковь. Христос показал, что есть церковь. Христос показал, какая должна быть церковь. И Он говорит, что вот там, в мире, те, которые старшие, большие, великие, они, говорит, благодетелями называются, а у вас не так. Но кто хочет быть, помните закон Христов? Выше, тот должен стать. Братья и сестры, в церкви должно быть так. Человек, который приходит в церковь, вливается, у него должно быть понимание, что я не должен требовать служения от других, а я должен стать для людей человеком, который принесет пользу. Слугою должен стать. И если я пришел в церковь, и я хочу, чтобы здесь, знаете, мне устроили хорошую здесь такую обстановку, чтобы здесь бывает иногда, знаете, чтобы меня любили, и я бывает слышу, что вот люди, они говорят, плохая церковь, чего? Здесь нет любви. И я понимаю, что для этого человека не хватает, чтобы его, это оказывается, он хочет, чтобы его любили. И вот как раз его здесь, может быть, не любят в том понимании, как он это принимает. Может быть, где-то что-то обличат, может, где-то что-то поправят. И вот здесь как раз неудобно, и поэтому не любят. Вот он хочет, чтобы, придя в церковь, ему здесь ноги мыли. И постоянно мыли. И, знаете, и мало того, чтобы мыли, чтобы еще уважали, приветствовали. Знаете, как фарисеи написаны. Они любят приветствие. И вы знаете, вот, надо, чтобы приветствовали. Особенно так как-то важно. Его здоровали с ним. А если, говорит, вот мне плохо, чтобы меня замечали, чтобы меня любили и даже, может быть, какие-то материальные деньги давали. И если мне вот не дают, и если у меня вот что-то здесь не помогут, нету любви, и все. Братья и сестры, этот человек не может быть членом церкви. Надо что-то поправить в голове, надо поправить что-то в сердце, потому что это неправильное состояние. Это состояние называется самолюбие. Самолюбивый человек грешит против Бога. Та любовь, которая должна быть к Богу, она у него направлена к себе. Та любовь, которая должна быть направлена к человеку, к ближнему, она направлена к себе. И центром его жизни является не Бог, не церковь. Центром его жизни является я. И если человек, вот этот я, он приходит в церковь, он становится членом церкви, он требует к себе особенного внимания, он требует к себе особенного уважения, он требует к себе, чтобы ему деньги давали, уважали и почитали. Братья и сестры, Христос пришел на эту землю. Мы знаем, Он говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили. И мы приходим в церковь не для того, чтобы нам служили. И я хочу сегодня тем людям, которые будут принимать крещение, дать сразу направление. Примите для себя, что вы приходите в церковь для того, чтобы служить другим. Служить Христу, любить Бога и любить ближнего. И если в нашем сознании не перестроится это что-то в голове,
Если придя в церковь, мы так остаемся людьми самолюбивыми, а это так, Библия говорит, что это признак последнего времени. Мы все говорим, последнее время будет время тяжкое, люди будут голодать, люди будут страдать, люди будут гонимые. Люди, братья и сестры, это неправда. Я вам прочитаю, какое будет последнее время. Я много раз уже это заострял внимание, я хочу сказать... Опять, я думаю, вы знаете, но я просто хочу, чтобы перед глазами нашими было еще раз вспомнить. Второе послание Тимофею, вторая глава, третья глава, третий стих, первый стих и дальше. Второе Тимофею, третья глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Что, братья и сестры? Самолюбивы. Самое первое, братья и сестры. Я не говорю о том, что бывает, мы иногда говорим, вот там люди такие блудники, там пьяницы, там воры, там наркоманы, братья и сестры. Мы считаем, это самый страшный грех, неправда. Самый страшный грех, с чего начинается все. Вот там на небе когда-то, когда Бог сотворил все эти духи ангелов, и все было прекрасно, остался вот один, там был дух, который очень сильно себя полюбил, и он сказал, поставлю свой престол наравне с Богом. Там денег не было, там серебра не было, братья и сестры, там не был он сребролюбивый, он не был блудник, он не был вор, он был самолюбив. Когда человек ставит свой престол даже выше Бога, и он не признает какие-то наставления, и когда ему говоришь, бывает, что брат дорогой, сестра дорогая, у тебя неправильное состояние, еще и обиды какие-то, и зло растет. Братья и сестры, человек самолюбивый. Самый первый грех, корень греха – самолюбие. Еще раз повторю. Ту любовь, которую Бог дал человеку и которую он должен использовать для того, чтобы любить Бога, написано «возлюби Бога всеми силами своими», а человек всеми силами, всею душой любит себя. Он любит себя, он хочет, чтобы ему здесь оказывали почет церкви, чтобы его уважали, чтобы ему оказывали какое-то снисхождение, чтобы ему здесь материальные средства какие-то давали, чтобы ему помогали, чтобы понимали, а я такой вот, знаете, я бедный, я нуждающийся, я самый проблемный человек, у меня больше всех болит. Братья и сестры, Иисус Христос знал, что Он идет на крест. Он знал, какие страдания будут. С этой вечери он пошел в Гефсиманию, и в Гефсимании он плакал и молился, да минует меня чаша сия. Он знал, что ему предстоит. Он больше всех был обезображен. И он в это время служил другим. И в этом было показано, написано, он показал, что до конца возлюбил их. Вы знаете, братья и сестры, мы должны показывать, Иоанн говорит, этот апостол говорит, братья, сестры дорогие, будем любить не словом и языком, а делом и истиной. Поэтому, когда мы пришли в церковь, мы должны для себя понять, что мы не должны требовать от этого брата служения, что вот он должен мне служить, что вот мне должны вот это сделать, мне это, мне... И, знаете, вот я так думаю, что вот на этой вечере были ученики, и там написано про Петра, что Петр сказал, не умоешь ног моих вовек. Давайте представим еще одного ученика, последнего ученика, и он мог сказать так Иисусу Христу, Иисус, ты помыл вот этим всем, прошел вот этих 11, и мне с этой грязной водою, с этим грязным тазиком ты ко мне идешь, ты мне оказываешь такое неуважение и непочтение.
Можно представить в той категории таких учеников? Если в то время, то вряд ли. В сегодняшнее вполне возможно. Мне оказывается такое неуважение, что ты с этим полотенцем, ты вот этих людей пообтирал, а какие там их болезни может быть, и ты мне сунешься с этим полотенцем, полотенце поменяй, Иисус. Раз ко мне идешь. Братья и сестры, мы живем в такое время, когда люди будут очень самолюбивы, горды, надменны, неблагодарны. И знаете, вот им будет кажется, мы говорим, вот в Ветхом Завете там один был такой пророк, и он пророчествовал, а люди вокруг, знаете, как они его воспринимали? Как забавный певец. Вы знаете, вот люди приходят, и они только хотят, чтобы тут их, для них тут попели, знаете, так, чтобы им здесь было хорошо, чтобы им здесь все устроено было. Братья и сестры, а что я для этого сделал? Вопрос, когда я пришел в церковь, я что для, сделал, чтобы церковь, она, как мы сегодня слышали, она распространяла Евангелие? Что я сделал для того, чтобы мне послужить ближнему? А сегодня, знаете, о, хор как-то не так, не совсем хорошо спел. А сам в хоре бывал, в оркестре, может быть. Может, сам пробовал петь, может, как-то. Нет, сам я лучше посижу и посмотрю со стороны. Я понаблюдаю и потом поправлю. Мне должны послужить, мне должны что-то сделать. Я благодарен, братья и сестры, всем людям, которые служат и которые трудятся. Это великое дело, когда люди, они используют свои возможности, таланты, которые дал Господь. И когда вот сегодня мы пришли, и хор, и вот все на улице украшено, это кто-то потрудился. И кажется, вот только на этот один момент, чтобы вот сделать этот праздник, и завтра, или, возможно, уже оно будет все разобрано. И для этого трудились люди, и у нас сегодня будут там и вот столы, какое-то там чаепитие будет, чтобы вместе побыть. И кто-то тоже старался, потрудился. Братья и сестры, мы должны понимать, что мы пришли в церковь. Я хочу напомнить, в день крещения тем, которые будут принимать, и тем, которые уже приняли крещение. Брат дорогой, сестра дорогая, убери грех самолюбия. Надо любить Бога всеми силами. И если ты будешь забирать для себя и любить себя. Христос говорит, а кто хочет идти за мною, что надо сделать? Отвергни себя. О, мы все знаем, что надо отвергнуть, но попробуй отвергни себя. И когда у нас решаются вопросы, кто больше, и кто у нас что-нибудь будет делать, и нам бывает так, братья и сестры, надо снег почистить. Решают вопрос, а кто больше? У нас сразу возникает вопрос, пускай там вот эти мелкие, кто поменьше. У нас решаем вопросы. Надо, братья и сестры, посмотреть так себе в сердце, в глаза, так правде, насколько мы хотим послужить. Насколько мы в сердце имеем такое состояние, как Христос вот здесь говорит. И Он Христос. Я, говорит, я дал вам пример. Я не думаю, братья и сестры, что мы должны, я не осуждаю ничуть тех людей, которые перед вечерей моют ноги, пусть Бог благословит их, и я ничуть не осуждаю. Главное, чтобы мы научились, написано, но любовью служите друг другу. Надо научиться любовью служить. И когда мы пришли, и когда мы стали членами церкви, давайте мы задумаемся, а вот как я служу? Каждый пусть задаст себе вопрос. А вот как я служу лично в
церкви? Какую пользу я приношу моим братьям, сестрам, которые рядом со мною? Или я хочу, чтобы мне здесь служили? Чтобы я пришел на собрание, я послушал проповедника, и, может быть, мне так он будет красиво петь, и так, знаете, так ляжет мне в сердце, забавный певец для меня. Но я так посмотрю на него и скажу: не, сегодня ты, брат, подготовился хуже, чем в прошлый раз. Давай, брат, трудись. Итак, я заканчиваю. Мы сейчас, братья и сестры, я оставлю только одно такое словосочетание, которое апостол Павел, он сказал Римской церкви. Послание к римлянам, 1 глава, 14 стих. Первая глава, он говорит: я должен. Слышите, братья и сестры? Скажите, вот когда мы приходим в церковь, мы можем так сказать вместе с апостолом Павлом, он сказал, что подражайте мне, как я Христу. Вот Христос сказал: я должен. Апостол Павел говорит: я должен. А мы пришли и говорят: нет. Мы приходим и говорим: а мне должны. Знаете, я бывает иногда, вот когда приходим и стоит человек. У нас сейчас будет вот общение. У нас будет общение здесь. Я попрошу, чтобы к столам подходили дети, только с родителями. Чтобы, во-первых, давайте мы будем оказывать честь пожилым людям. Пусть они первые подойдут. Не дети побегут и там все возьмут. У нас сейчас будет такой перерыв, когда мы будем готовиться к крещению, пойдем переодеваться. Все остальные, пожалуйста, братья и сестры, можете пообщаться друг с другом. И я вам дам один совет. Послужите друг другу. Бывают люди, они, знаете, так стоят, так вот, святой столб. А потом, знаете, так скажут: а ко мне никто не подошел. Меня никто не уважил. А для чего мы пришли, братья и сестры, сюда? Еще раз я спрошу. Апостол Павел говорит: я должен. А когда мы приходим в церковь и потом говорим: приехали в эту церковь, братья и сестры, вы знаете, ко мне должны были подойти, и никто ж не подошел. Вот я пришел, я стал, я, это ж, ну, все должно вокруг меня крутиться, все вокруг меня, это ж я. А они меня не уважили, не подошли. Я вот целую неделю на собрании не был, ко мне никто не подошел. Брат дорогой, сестра дорогая, пусть Господь благословит, чтобы у нас было сердце, как у Христа, у Павла. Я должен подойти. Я должен послужить. Я должен тому человеку хорошие слова сказать. Не кто-то со мной должен познакомиться или поздороваться. Вот кому со мной не поздоровались. Я должен поздороваться. Я должен. Вот когда у нас сердце будет «я должен», а не «мне должны», у нас правильное духовное состояние. Мы служим друг другу, как христиане, как члены церкви, одной Христовой церкви. И поэтому я хочу, братья и сестры, заканчивая нашу первую часть, помолиться. Пусть Господь благословит нас. Мы еще споем один псалом, соберем добровольные денежные пожертвования. И я хочу оставить вот такое пожелание, чтобы у нас сердце было как Христос. Я еще раз напомню, Христос сказал: я не пришел, чтобы мне служили, но послужить. И мы приходим в церковь не для того, чтобы нам здесь служили, нам пели, проповедовали, здоровались, уважали, оказывали материальную помощь. Мы пришли для того, чтобы послужить, потому что сам Христос сказал: блаженнее давать,
Апостол Павел повторяет тоже, он говорит, я должен. И пусть Господь поможет нам, братья и сестры, быть похожими на Христа, на его верного ученика апостола Павла. Пусть Господь поможет нам быть людьми, которые чувствуют, что мы должны послужить, чтобы мы должны кому-то подойти, с кем-то поздороваться, с кем-то пообщаться, побыть в общении. Братья и сестры, мы должны. Мы должны людям принести Евангелие, мы должны благовествовать. От нас еще очень много, что Христос ожидает. Мы должны. Давайте мы, склонившись, помолимся, попросим благословения на следующую вот эту часть крещения. Мы будем сейчас готовиться. А вы сейчас, братья и сестры, можете так побыть в общении. Поговорить друг с другом, подойти вместе с вами, попить немного чаю. Можно чуть-чуть поучаствовать в общении друг с другом. У нас вечернего собрания не будет. Мы сейчас еще будем совершать потом крещение, потом вечеря у нас будет вместе со всеми. А уже вечером кто-то с молодежи уже у них будет свои там планы, поедут. На следующее воскресенье вечером, я хочу сказать сразу в церкви, у нас будет молодежное служение. Приедет молодежь. С Баранович, Евгений Бейня должен быть, Андронович Василий, это ответственный за молодежное служение в Брестской области, должен быть. Будет именно молодежное служение для молодежи, молодежным, скажем, стилем, типом, поэтому давайте будем к этому готовиться. Давайте мы помолимся, пусть Господь благословит сейчас вот это следующее служение. Станем на колени. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал сегодня нам эту возможность. Благодарю Тебя, что мы совершаем крещение. Благодарю Тебя за каждого, кто, Господи, решил для себя сделать, Господь, этот шаг. Господи, здесь стоят люди, которые, может быть, на следующий год будут делать. Может, Господи, еще кому-то Ты, Господи, постучишь в сердце, и они откликнутся на Твой стук. Я прошу Тебя, чтобы, Господи, у них созрело это желание спешить к Тебе, Господи, и чтобы их, Господь, решение, оно было твердым. Благослови, Отец, тех, кто будет совершать, кто будет, Господь, для себя решил, Господи, совершить это крещение. Пусть, Господи, в их сердце будет верность Тебе. Пусть, Господи, будет в сердце любовь. Я прошу Тебя, чтобы это была любовь не к себе, чтобы они были не самолюбивы, чтобы мы не были самолюбивы каждый, но чтобы мы стремились, Господи, чтобы мы стремились не себе служить, а другим. Чтобы, Господи, как Слово Твое говорит, каждый из вас пусть не о себе только заботится, но и о других. И пусть сегодня, Господь, мы, вливаясь в церковь или уже будучи членами церкви, чтобы мы, Господь мой, понимали, мы должны принести людям радость, мы должны принести людям благовестие, мы должны, Господи, принести, Господь, ближним нашим, Господь, любовь, благослови, Господь мой, чтобы мы не были людьми, которые сами ищут от кого-то, требуют любви и уважения, но дай нам быть теми источниками Твоей любви, дай нам быть теми, Господь, реками Твоей, Господь, любви, которая течет в этот мир, которая приносит людям счастье, радость, удовлетворение. Благослови, Господь мой, чтобы верующие люди, они были благословением в своих семьях, на своих работах, в окружающих, Господь. И особенно прошу Тебя, чтобы были благословением в церкви. Благослови всех нас, мы молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы еще давайте споем общим пением и соберем добровольные денежные пожертвования. Божья, Ты сильна, служи Богу искренно, побеждай зло и
тьмы опустошай, шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасению путь прямой указывай. Тьма сгустилась над всей землей, зло свирепствует яростно, люди в страхе и в ужасе ожидают конца. Но для нас слово истины Бог его дал для всей земли. Враг бушует неистово, но наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты сильна, служи Богу искренно, побеждай зло истиной, царство тьмы опустошай, шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасению путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, не выждут свои вожница, каждый голос ты подними, правде путь укажи. Сколько много еще труда, мир почти на закате дня. Отвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты сильна, служи Богу искренно, побеждай зло истиной, царство тьмы опустошай, шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко спасению путь прямой указывай. Давайте мы помолимся, попросим благословения на эти пожертвования. Святый Боже, мы восхваляем Тебя, мы превозносим Твое святое имя, Господь наш и Бог наш, за Твою великую милость и любовь, Господи Боже, над каждым из нас, что, Господи Боже, можем быть в доме Твоем, Господи Боже, поклоняться Тебе и прославлять Тебя, благодарить Тебя за спасение, за жизнь вечную, дарованную Тобой в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты пострадал за нас, Ты искупил нас своей святой кровью. Ты, Господи Боже, дал нам все необходимое в жизни, Господи Боже, для того, чтобы мы, Господи Боже, служили Тебе, чтобы мы прославляли Тебя. Я прошу Тебя, укрепи нас и благослови, чтобы следовать за Тобою. И прошу, благослови эти пожертвования, чтобы, Господи Боже, нам во всем, Отец, исполнять волю Твою, святую, исполнять Слово Твое. Господи, слава Тебе, благодарение Тебе, нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. Давайте, братья и сестры, помолимся, попросим благословения на этот перерыв. Какое-то короткое минут, наверное, 15-20, будем готовиться с крещаемыми. Пусть Господь вас благословит пообщаться друг с другом, а потом мы будем вместе совершать еще вечерю. Отец наш Небесный, благослови этот перерыв. Я прошу Тебя, благослови каждого моего брата, сестру. Мы, Господи, имеем такую возможность, такое время пообщаться. Я прошу Тебя, пусть, Господи, это будет общение Духа Твоего Святого. Господи, Ты дал нам, Господь, быть в одной семье, Господи, братьями, сестрами. Помоги нам всех заметить, подойти, пообщаться, благословить, сказать слово хорошее. Благослови, Господь, чтобы это принесло всем назидание. И дальше, Господь, это служение, крещение, благослови, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, дорогие друзья, братья, сестры, все присутствующие, давайте мы подойдем все сюда. Можно вместе с чаем, но давайте мы соберемся здесь. Я прошу сюда, пожалуйста, кто постарше, можно сесть вперед.
Тут сидят уже по самые пожилые. Давайте подходить сюда, мы будем совершать вот это служение, крещение. Те, кто постарше, можно сесть сюда на скамейки. Пожалуйста, подходите, мы будем начинать. Итак, братья и сестры, давайте мы будем молиться. Давайте мы попросим благословения на это служение, которое мы будем сейчас совершать. Вот стоят перед нами эти люди, которые будут принимать крещение. Давайте мы помолимся о них всех вместе в таких белых одеждах. Они стоят, это для них особенный день. Благословим их, пусть то слово, которое они будут говорить перед Богом, оно утвердится в небесах. Давайте мы благословим. Отец наш Небесный, я прошу Твоего благословения на это служение. Благодарю Тебя за это синее небо, благодарю Тебя за солнце, за погоду благодарю. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер, которые все это устроили, которые заботились, переживали, сделали, Господь мой, чтобы это было красиво. Я благодарю Тебя особенно за тех, кто сегодня принимает крещение. Я прошу Тебя, благослови их, и пусть то слово, которое они скажут, это будет, Господь, на всю их жизнь, чтобы они, Господь, сохранили обещание, чтобы они, Господь, служили Тебе. Пусть их сердце, оно, Господи, всегда возвращается к этому дню. Пусть это воспоминание, оно, Господь, будет на всю их жизнь. Они пообещали перед небом, перед людьми и перед Тобою, Иисус. Господи, благослови сейчас это служение. Я прошу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра в Господе Полина, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. Обещаешь ли Ему добрую совесть во все дни жизни твоей? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
церковь смотрит. Дорогая сестра в Господе Ольга, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. Обещаешь ли ты Ему добрую совесть во все дни жизни твоей? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все, мама ваша приняла крещение. Сергей, подходи, помогайте, братья. Дорогой брат во Христе Сергей, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. Обещаешь ли ты Ему добрую совесть во все дни жизни твоей? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой брат во Христе Виктор, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. Обещаешь ли ты Ему добрую совесть во все дни жизни твоей? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогой брат во Христе Матвей, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель? Верю. Обещаешь ли ты Ему добрую совесть во все дни жизни твоей? Обещаю. На основании твоей веры и твоего обещания крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, давайте мы Бога поблагодарим. Прекрасная погода, Бог дал нам всякое устройство. Поблагодарим Бога за то, что мы имеем еще время благоприятное, день спасения. День спасения для тех людей, которые заключают завет. День спасения для тех, кто решает связать свою жизнь со Христом. Может быть, еще кто-то на следующий год решит. Пусть Господь благословит вас. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога. И тогда, пожалуйста, еще можете немножко побыть в общении. И через, наверное, минут 15 мы соберемся, чтобы совершить вечерю. Я прошу вас всех совершить вечерю с нашими новыми братьями, сестрами. Мы совершим эту заповедь, которую установил сам Господь наш Иисус Христос. Итак, мы сегодня совершили две заповеди. Он сказал, что так нам, то есть всем, крещение, надо совершить всякую правду. И вторая заповедь – это вечеря, которую мы совершаем постоянно, каждое воскресенье первое. Давайте мы прославим Господа. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам и время, и дал погоду. Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя за тех, кто принимал крещение. Благодарю Тебя за тех, кто устраивал. Благодарю Тебя за всех, кто, Господи, сегодня здесь был, кто слушал Слово Твое. Господи, слава Тебе, что Ты, Господи, для нас посылаешь эти времена благоприятные. День спасения. Еще, Господь, звучит Евангелие. Еще люди каются. Еще Дух Святой Твой касается сердец. И я прошу Тебя, Отче, еще другим дай, Господь, желание связать свою жизнь с Тобою. Посвятить Тебе, чтобы, Господи, прожить достойно для славы Твоей и встретиться с Тобою в небесах. Благослови, Господь, всех слушающих, а Тебе, Тебе единому да будет слава, честь и хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Любви прибудем, друг, сохраним единство в жизни между собой. Одно тело и один дух, братолюби прибудем, друг, сохраним единство в жизни между собой. Один Господь, одна вера, одно для всех. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Бог и Отец один, пребывает на века един, подает пример единства для нас с тобой. Один Бог и Отец один, пребывает на века един, подает пример единства для нас с тобой. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех.
Братья и сестры, мы будем начинать служение. Пожалуйста, выйдите сюда, кто принимал крещение, здесь, пожалуйста, сядьте. Спереди мы будем рады вас здесь видеть. Пожалуйста, выходите сюда. Я прочитаю потом то назидание, которое нам оставляет апостол Павел. Отец наш Небесный, мы просим, благослови сейчас нас, когда мы будем совершать еще одно служение, Твою заповедь. Господи, благослови сейчас, Господи, тех, кто будет принимать первый раз. Для них это особенный день, для них это, Господи, когда они заключили завет. Пусть они помнят, что они, Господь, с Тобою в завете. Я прошу, благослови сейчас это служение, Господи, вечери. Пусть, Господи, это напоминание о Твоей любви, о том, что Ты умер за наши грехи, и мы имеем примирение посредством плоти Твоей, Господь, и кровь Твоя открыла нам дверь в небеса. Господи, благослови сейчас это служение, и особенно прошу для тех, кто будет принимать первый раз. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, я читаю, пожалуйста, вы останьтесь на ногах. Мы всегда читаем особенно это место, воспоминания смерти нашего Господа Иисуса Христа. Итак, первое послание к Коринфянам, 11 глава, 21
23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Давайте мы, братья и сестры, сейчас исполним эту заповедь вместе вот с нашими крещенными людьми сегодня. Пожалуйста, поднимите сюда диакона, и как Иисус Христос. Как Христос взял хлеб, написано, и благословив, преломил. Давайте мы попросим благословения и преломим этот хлеб. Отец наш Небесный, мы просим, благослови сейчас этот хлеб, и я прошу Тебя, благослови Твою Церковь, созидай ее, укрепляй ее, и пусть новые члены принесут благословение, Господь, Твою Церковь. Пусть, Господи, через их служение прославится имя Твое, а для братьев, для сестер будет, Господь, назидание, пусть будет, Господь, радость, благословение. Я прошу Тебя, чтобы, Господи, этот хлеб, он был един, чтобы церковь была едина, Господь мой. Каждый, занимая свое место, Господь, он приносил пользу слушающим. Господи, тем, которые, Господи Боже, его, Господь мой, слушают, может, слово, пение. Пусть, Господь, все это будет в назидание. Через тех, которые, Господь, прилагаются в церковь, Господи, пусть прославляется имя Твое. А Ты, Господь, освети этот хлеб, прошу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сяду за трапезу любви, лишь словом или взглядом меня Ты позови, и что мне попросили вы вместе у Отца, в Его любви и силе исполнить до конца. Его любви и силе исполнить до конца. Вот для меня услуга, вот главное сейчас.
сейчас, когда вы соберетесь вдвоем или втроем, когда вы соберетесь об имени моем, я вас не позабуду, и в этот самый час, в ту самую минуту, я буду среди вас, в ту самую минуту, я буду среди вас. Спас нас не по делам нашим, а по своей великой милости и любви. Ибо, Господи Боже, Ты доказал на кресте Голгофском. Ты пролил свою святую кровь за нас, ради нашего спасения. Я благодарен Тебе, что еще многие души, Господи Боже, обращаются к Тебе, находя в Тебе мир и покой, находя в Тебе прощение грехов. Благодарение Тебе, наш Бог и Царь. Я прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы, Господи Боже, следовали за Тобой и были верными Тебе до конца всей своей жизни. Те, которые сегодня приняли крещение, те, которые обещали Тебе добрую совесть, чтобы они остались Тебе верными до конца всей своей жизни. И не прошу, благослови эти чаши, чтобы нам, Господи Боже, иметь Твою любовь, иметь Твое благословение. Прошу, благослови всех нас, участвующих. Мы нуждаемся в Тебе, Господь наш и Бог наш. И я прошу Тебя, Дух Святой, Ты веди и доведи в небесные обители. Хвала Тебе и слава нашему Богу, Отцу и Сыну, и Святому Духу.
Великий праздник – это радость огромная, и это великая крови Его, то, что Он сделал ради нас, и еще продолжает спасать людей, которые не знали Господа, которые открыли свои сердца для Него. Давайте поблагодарим нашего Господа и порадуемся за наших братьев и сестер, которых Господь даровал нам Церковь Божию. Аминь. Давайте склонимся на наши колени и помолимся.
Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи. Ава Отче, великий Бог и Царь Спаситель, мы поклоняемся Тебе, живому нашему всемогущему Богу, Владыке неба и земли. Хвала Тебе, Владыка наш, Ава Отче, Твоя благодать и любовь Твоя, да пребудет, Господи, в каждом сердце, Отец. Ава Отче, мы радуемся и благодарим Тебя за новых людей, которых Ты нам даровал, Господь, нашу церковь, Отец, которых Ты, Господи, коснулся Духом Святым. И мы просим, благослови их, Господь, пусть Твое водительство, пусть Твой Святой Дух будет с ними, Господь, и в них, Ава Отче. Пусть они исполняют служение с радостью, Господь, Ава Отче, великий Бог и Царь, Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твою жертву. Господи, мы верим, Отец, что Ты еще призовешь многих людей, Господь наш, и дашь им, Господи, новое сердце и новый дух, Господь, Ава Отче. И мы, Господи, просим, Отец, благослови нас, Господь, чтобы мы с верою приходили к Тебе, и чтобы мы, Господь, Божий великий, сеяли, чтобы мы, Господь, молились, Ава Отче, а Ты взращиваешь, Господи наш, и Ты, Господи, Ава Отче, приближаешь к себе людей и желаешь их спасать, Господь, слава Тебе за это, благодарение и хвала Тебе, Отче Небесный, и пусть каждое сердце будет благодарным Тебе, и пусть имя Твое прославится, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, давайте мы еще помолимся и благословим тех, у кого был день рождения. Алина Викторовна Баран, где-то здесь она есть, выйди, пожалуйста, сюда. Купчик Виктор Николаевич, пожалуйста, выйди сюда. И мы давайте помолимся еще, есть такая нужда, Галя Родиончик, она попросила помолиться, она уезжает на несколько месяцев в Германию к своим детям. Пусть Господь благословит ее. Написала, чтобы сохранил, употребил для своей славы и возвратил обратно. Чтобы Бог возвратил обратно. Не знаю, может, нету особо желания возвращаться. Давайте мы помолимся за нее и за наших вот брата, сестру. Пусть Бог благословит и хранит, ведет в жизни. И каждый день пусть будет для славы Господней. Помолимся. Хорошо. Давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы хотим перед лицом Твоим благословить, Господь, людей, которые, Господи, призваны Тобою, которые, Господи, когда-то решили Тебе служить. Но когда-то был день, когда они пришли в этот мир, и Ты прилагаешь каждый день, Господи, каждый год для них, я прошу, пусть, Господь, они служат Тебе. Наша молитва, наша просьба к Тебе, благослови, Господь, нашу сестричку Алину. Дай, Господи, чтобы она была верной Тебе с самого начала своей жизни. Благослови, храни, веди, Господь, всякое устройство дай. Пусть, Господь, Твоя воля исполнится в ее жизни. Господь, помоги ей. Благослови нашего брата Виктора, храни, Господь, его, Боже, в уповании, в надежде. Утверждай, утешай, помоги, Господь мой. Мы его перед Тобою тоже благословляем, Господь мой. Я прошу Тебя, нашу сестру Галину, которая уедет, Господи, храни там, Господи, среди своих родных. Пусть, Господи, она будет светом, пусть, Господи, ее слова будут, Господь, важными для них. Господи, дай посеять Твое слово в сердца, помоги ей, храни, Господь мой, и туда, и обратно. Господи, пусть Твоя милость будет, Господь, над всеми нами. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста. Этот день пусть будет для них памятный. Пусть Бог благословит всех вас. Заканчивая наше служение, братья и сестры, мы еще, я хочу сделать объявление к
нам приехали вот эти молитвенники, по-русски, по-белорусски молитовник. Можно пропоновать тим, хто хоче слухати, хто хоче молитися по-білоруську, слухати по-білоруську, можна по-руську, як Бог дасть. Поэтому я прошу, браті і сестри, здесь їх достатньо, вашим близьким, кому надо какое-то слово, можете предложить, насильно не надо, но доброохотно, если есть хотят люди, которые читать и молиться, как молились в Библии, учиться, то можно предложить. Давайте наше служение окончено, давайте мы окончим молитвой Господней, молитвой Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Не забудьте поздравить братья и сестры всех.